И всем привет, это Лемонкрафт, с вами Растин, и мы начинаем. Сейчас я нахожусь на проекте Лемонкрафт под названием Server Space Stage. Вот мы здесь появляемся, тут даже есть квест. Нажимаем на Йо, открываем квесты, и здесь самое начало, терминал. Я выполнил один из квестов, очередное начало завершено. Сейчас мы выберемся и найдем территорию для дома. Нашел территорию для дома, вот такая вот территория у нас получается. Сейчас я ее запивачу и начнем наше потихоньку изучение. Но для начала я открою первый наш луч-чест. Что могло было быть лучше? Мицелий, грибочек, грибочек. Ладно, пусть будет. Хотелось бы сказать, что самая главная наша цель в этом сезоне — это добраться до космоса. Да, изучить сам весь космос и добраться до какой-нибудь последней планеты. К сожалению, у нас сейчас это закрыто, видимо, нужно изучить начало. Рабочий стол, верстак. Хорошо. У нас вроде бы есть. Интересно, его нужно сломать или... Ну-ка попробуем. А вот, обнаружен. Теперь нужно выбрать 2 сундука, 16 песка или 8 дуба. Давайте выберем дуб. Думаю, это самое полезное в данный момент. Вот, вес завершен. Хорошо. Даже не знаю, что лучше, скрафтить сундуки или выбрать сундуки. К сожалению, мне нужно будет сейчас сделать 4 сундука и деревянные инструменты вроде бы каждого вида. Что ж, у меня целая куча дуба. Так, вроде бы 4 сундука. Раз, два, три. Это мы забираем, это мы тоже забираем. Теперь... И некоторые разные инструменты это мы тоже сделали. Лопата 1, мотыга 2, кирка 3. Вроде бы остался меч, да? И меч 4. Все успешно сделано. Обнаружить, отправить. Не понял. А вот. Выбираем вот сейчас, потому что это самое интересное, по идее. Первый инструмент. Хорошо. Запрос. Понимаю, почему я не могу тебя забрать. Потому что я тебя уже забрал. Да, вроде бы я его уже забрал. Смотрим дальше. Дальше у нас идет первые инструменты. Это мы тоже завершили. Выбираем опять же наш честик. Большое спасибо. И вроде бы ко мне кто-то телепортируется. Окей. Вроде бы сейчас меня не убьют, так что мы это попробуем. Сразу же откроем наши лучестики. Первый луч-чест пошел. Ого, многофункциональный сундук. Ого, ножницы. Ого, каменный инструмент, который мне только что нужны были. Квест завершен. Просто сэм. Убираем вообще любой луч-чест и забираем его. Вот, тоже открываем. Ладно, хотя бы есть одно железное ведро. Дальше по квесту у нас идет либо на охоту. Понятно, тут надо будет много кого убить. Железный сундук. Это мы с легкостью. И само железо, 8 железных литров. Пойдемте с вами в шахту. Пока потихоньку переплавляется наше железо. Наше железо уже все переплавилось, и можно успешно забрать наш квест начала. Железком. Обнаружить, отправить. И, видимо, у меня все железо забралось, да? Это не все, хорошо, квест завершен. Выбираем наш. А. Понятно. Я не знаю, то, что сейчас не хватает. Окей, я просто буду так рубить деревья, которые, в принципе, сразу не рубятся, потому что здесь нет специального мода. Ай, облом. Они даже, смотри, листва со... Блин, поймешь, она сразу уходит или нет? Ну так, кстати, лучше бы я дерево, наверное, сразу взял. Хотя у меня дерево есть. Все окей. Дерева много не бывает, и, как я думал, листва здесь не падает. Обидно. Я твою кровать, где ты поставил, я свою рядом тоже поставил. Ну ладно, ладно. Я лег, я ни черта не вижу, я вижу только свою голову. Ты в кровати застрял, ты в кровати застрял. То же самое. Ты увидишь потом. Одна голова только торчит. Подожди, сляг ты. Вот, вот. Да, ты просто знаешь, одна головка твоя торчит. Да. Ну, кстати, вроде бы логично, потому что ты ведь одеялком закрываешься. Это что логично? Одна голова торчит? Чё у нас там по квестам идёт? Чё бы ты хотел сделать? К примеру, и нам железа не хватает по-любому. Сделай квест печка, а я пойду за железом, окей?
Железа нам не хватает, думаешь? Конечно. Там нужно сундук, так еще и все четыре вида инструментов железные. Я пошел. Ну давай я четыре вида инструментов сделаю. Ну делай. Главное не используй, чтоб я потом использовал. Ну, раз ты домой не хочешь возвращаться, я завершу квест под названием «Железный сундук». А я завершил уже, я тебе говорю. Окей, ладно, я тогда... А что могу еще сделать? У меня есть железо, у меня есть... А, золотой сундук можно выполнить. Там о, даже... давай. Там либо два железных сундука, либо один лучест. Я думал, лучест лучше бы все выбрать. Ну, я вообще хочу все лучест собирать, потому что там может выпустить что-то необычное. А, ты уже ко мне ртал. Точно, я же хотел печку скрафтить. Совсем забыл, еще одну печку скрафчу. Так ты не, не крафт печку, ты сломай нашу старую. Там, кого там переплавка идет, не хочу ее ломать. Обнаружить, отправить. Дайте мне лучшест. Эти твари мне лучшест не отдают, эй! А вот вопрос. Нужно время подождать. Я нас поздравляю, у нас есть адский нарост. Вау, стоп, подожди, зачем ты их открываешь? Я один открыл, мне было интересно, что выпадет. Да, давай вот... А, топ денег. Давай складировать. Будет красиво, если мы потом все откроем. Зачем здесь дерево? Я, кстати, сначала не заметил его. Ну, там красиво стоит, поэтому я его там решил оставить. Все, я тогда этот квест тоже завершаю. Завершить, отправить, что? А, все. Испугался. Не пугайся. Себе заберу, это тоже себе заберу, все равно все мне пригодится. Давай лут кейсы, я давай сундук кейс. Я положил. Да, будет прикольно, если знаешь. Железная броня, алмазики и золото. Ну нафига я золото выбрать. И под конец получается серии откроем их. Угу, 8 алмазов. 8 алмаз на кер. Я не знаю куда идти. Это наш... Нет! За секунду до того, как нас в лаву скинули. Где эти твари? Я сейчас им морду сломаю. Два алмазика нашел. Два алмазика нашел. Да копай себе алмазы, я сейчас сдохну. Нет, до свидания. Ты погиб? Нет. Я просто закрою их. Держи два алмазика, иди за коин, кстати, вот, крафти кирку. Да вот я смотрю назад. На. Буду молиться, что столько алмазов хватит. Там три надо. Ну, мы не скрафтим. Типа хрустим. А, yes. Здесь, кстати, много ниток, которые нам не понадобятся, наверное. Вот, нет. Смотри, видишь, у меня кристаллик в руке? Угу. Бах! На то, чтобы есть. Чё? Можно кристаллик. Смотри, у меня, видишь, кристаллик в руке? Это не кристаллик. Этот рукой, почему? Понял, да? Я хотел так же сделать. Понял, да. Тут видишь, у меня тоже такие есть, видишь? Понял, да? И он расти, да, будет? Со временем. Он не будет расти, он просто кристаллик, с помощью которого можно скрафтить алмазного... Лазерный меч, хотел сказать. А, ну, хорошо. Так... Квест с резиной выполняю сейчас. Я давай квест выполню. Завершено. Запрос. 16 латекс или 32 резинки? Конечно, 32 резинки. А может лучше латекс взять? Нет. Давай ты резину возьмешь, я латекс возьму. Да ты дурачок. Знаешь почему? Если мы возьмем с тобой, сделаем штуку одну, да? То мы больше резин добудем из латекса 16. Я думал, мы добудем столько же, сколько и здесь. Нет. X3. Да, посмотри, у меня адская звезда есть, поздравь меня. Ты тратишь мои монетки. То есть, это мои монетки, ничего не знаю. Смотри, это адская звезда. Да я ее выкину вообще. Вот, денег стоит, эй. Не отдам. Лево, твоя экономическая руда. Все. Мы с тобой скрафтили и экономическую кирочку, и нужно будет добыть эту руду. Что мы получаем за это? 25 монет. Ладно. 25... Что, вызову? Да, 25 монет. Я могу их купить себе 15 звезд. Снова добыть руду, смотри, через 15 минут мы можем каждую руду добывать. Да. Полной нет, цене. Ну полной, да. А сколько не по полной будет? Ну, по 25, конечно. Нет, это по полной цене. 25. Так это и есть полная цена, 25 это полная. Попробуй сейчас добыть какую-нибудь, тебе дадут 20 или 10 или 15. Ну, это мало. Ну вот я тебе про то и говорю. Надо 100 миллионов.
меня завершён квест под названием «Алмазная кирка». Где? А вот алмазные инструменты. А где алмазы? Почему ты мне не дал алмазы? Я тебе алмазную кирку дал. Купи сам себе алмазы. Подожди, ты мог мне алмазы дать, чтобы выполнили квест. А, я его выполнил. Алмазная кирка, лучестель, 32 кварта. Возьми лучестель. Бери алмазы. 1.1, да, стоит алмаз? Не-не-не-не, 0.5. 0.9. 0.9, да. Отстой, я тебе алмаз дал. Сколько ты мне дал? О. Тебе хватит. А мазики? Золото, я же золото переплавил. Еще один квест выполнил. Да, мы это все выполняем. Смотри, нужно все инструменты алмазные скрафтить. Так, ты золото-то возьми. Давай. Золотишку наше. А мы сейчас, смотри, еще и это сделаем. Сундучок золотой. Ой, это можно еще... изучать интертехнологии, индустрию, пчеловодство. Пчеловодство еще. Космос, дракония. Дракония еще не можем. Необычные вещи мы тоже не можем. Подождите, нам нужно дальше сделать. Что? Давай... На этом мы будем уже постепенно заканчивать нашу первую серию. С вами был Растин. С вами был Нервил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я кружусь вокруг Растина. Всем спасибо и всем пока. Скажи пока. Пока. До скорой встречи.